привет, меня зовут Саша, я из Москвы. Как только я узнала о марафоне «Здравствуйте, Ольги Валяевой», я сразу обрадовалась тому, что можно достичь целых 5 целей всего за 2 месяца. И первое время я только тем и занималась, что достигала целей. Каждый день срока я делала что-нибудь обязательно по каждой из целей. Но потом я поняла, что гораздо важнее выполнять задания. Я стала с нетерпением ждать, когда каждые 2 дня приходит какое-то новое потрясающее задание. И именно благодаря им я изменила свой гардероб, начала следить за внешностью, и проработала очень много обид со своими родителями, с молодым человеком. Но позже я поняла, что важнее даже не внешние изменения, а внутренние. Я стала гораздо более спокойной, более удовлетворенной, более радостной. И это, естественно, заметили мои подружки. Было очень приятно, когда они комментировали, поддерживали меня во всех социальных сетях. И теперь многие из них пойдут на второй поток марафона. Спасибо большое Ольге Алексееву Валяеву за эту возможность меняться, вдохновлять себя и других.